Всем привет! Сегодня приготовим яйцо по-шотландски. А для этого мне понадобится, конечно же, 800 грамм фаршу я взяла и 8 яиц. Вот так. Фарш мы будем солить, перчить, конечно же, лучок положим. Я взяла гарам масала, тут черный молотый перец, мускатный орех, зира, фенхель, как видите, гвоздика. Вот и все. Ну, если же нет такой специи, возьмите просто черный молотый перец, 1 чайную ложечку. Я же возьму пол чайной ложки черного молотого перца и пол чайной ложечки возьму гарам масала. Вот так. Чайную ложечку соли достаточно будет на 800 грамм фаршу. И чайная ложечка без верха отправим в яйца. Вот так. Посолили яйца и мяско посолили. Жарить будем на масле, на растительном, конечно же. Сделаем такой фритюр. И, конечно же, нам понадобится для кляра хлеб, батон, крошка, вернее, хлебная. Ну, или же панировочные сухари. Я срезаю вот эту корочку, измельчаю блендером. Итак, яйца отправляем вариться. Вода закипела, и отправляем их вариться на 3 минуты всего. Как закипит, буквально 2,5-3 минуты от силы. Обрезаем вот эту корочку. И нарезаем мелко, или же ломаем руками. В блендер отправляем, измельчаем мелкую крошечку. По чуть-чуть вот так вот я крышу, а потом блендером измельчаю. Это всего лишь 3 минуты занимает. Пока яйца закипают у нас тут, я сделаю крошку хлебную. Вот так. Итак, крошка готова. Ждем яйца, приготовим водичку холодную, добавляем лед, чтобы вода была ледяная, и ждем яйца. Все, яйца сварились, закипели они у меня, ровно 3 минуты варились. Можно даже варить еще меньше, чтобы смяточку получилось. Итак, нарезаем лучок, фарш отправлять будем. Режем мелко-мелко, если не можете мелко измельчать вот таким вот образом, то просто возьмите мясорубку, или как там называется, комбайн какой-то, и перекрутите в мясорубке. Вот и все. Вот так. Луковицу можете половинку положить, если сильно большая. Мы, как видите, любим, чтобы было побольше лука в фарше, поэтому я целую большую луку порезала. Вы же по вкусу возьмите. Итак, яйца чистим и отправляем в сторолочку, займемся фаршем. Все, яйца почистили. Муку приготовили для кляра. Яйца 4 штуки для кляра приготовили. Фарш у нас уже почти готов. Сейчас перемешаем и будем формировать котлетки. Отправляем масло разогреваться на медленный огонек. На медленную конфорочку. Я сейчас на троечку включила, потом при необходимости добавлю конфорку на пятерку или на четверку, будем уже смотреть. Но чтобы масло было не сильно горячее. Итак, перемешиваем наш фарш руками хорошенько. Отбиваем его раза в 5-6, вот так вот, можете по столу или же в чашке, если чашка позволяет. Все, фарш готов. Теперь начнем формировать наши котлетки. Но для начала мы поделим на 8 частей. 8-10, какие вы хотите котлетки делать. Или какие размер яйца, например. Я буду делить вот так вот, полную в руку. Большие котлетки. Вот поделили, сделали такие заготовочки. И теперь начнем лепить. Подготавливаем водичку, чтобы руки смачивать. Берем котлетку в руки. Разминаем ее по руке, по ладошке, по всей ладошке. Вот так вот. Кладем посередине яйцо. И закрываем вот это все вот мясом. Залепляем. Вот как видите. Теперь руками прижимаем. Хорошенечко, аккуратненько, не раздавите, так как яйца в смятку сварены. Вот так. Прижимаете руками, и оно все закрывается. Вот и все. Все, сформировали вот такую вот котлетку. Итак, все котлетки. Вот видите, все. Котлета с сюрпризом. Вот так. Итак, я леплю последнюю котлетку. То же самое повторяю. Положили яйцо и закрываем фаршем. Вот так. Вот и все. И сейчас мы их будем теперь в кляре обваливать и жарить. Вот все, котлетки готовы. Они получаются большие, то есть одна котлета порционно подается. Итак, масло отправляем разогреваться. Казанок или кастрюлю большую глубокую, или же сковородку глубокую, я вылила где-то пол-литра. Ну а я скоро, наверное, приобрету себе фритюрницы, чтобы не жарить больше в котелке. Ну что ж, обваляем в муке теперь наши яйца, и потом уже два раза в яйцо, и потом уже в крошку. В муке один раз обваливаем, а в яйце и в крошке по два раза.
И все обваливаем теперь в крошки хлеба. И опять обратно отправляем яйца. Аккуратненько сверху поливаем, чтобы каждый раз их не трогать, не ломать. И вынимаем. Очень удобно вот такой шумовочкой брать. Руками и не вилкой, чтобы не раздавить. И все, вот так вот обкатали, обваляли их. Все, достаточно. Я вот даже, как видите, одной рукой делаю все. Все готово. Итак, все котлетки мы слепим сейчас. Ну что ж, я сейчас все налеплю, покажу результат. Итак, я делаю последнюю уже котлетку, леплю. Вот, как видите, у нас ушло ровно 4 яйца. Теперь котлетку аккуратненько переворачиваем, так как поливать уже не хватает у нас яиц. Ну а разбивать яйцо еще, я думаю, нету смысла. У нас все под расчет хватило, вот как видите. Теперь опять же обваливаем в крошку хлеба. И еще раз яйцо, сейчас вот это вот последнее заберем. И у нас все вровень. Все, теперь аккуратненько руками помогаем, потому что уже, как видите, совсем последнее тяжело забрать яйцо. Аккуратненько теперь перевернули ее. Ничего страшного, если сломали там чуть-чуть где-то, потому что мы сейчас все руками заровняем. Отправляем в крошку, им же крошечкой руками прижмем и заровняем, чтобы она была ровненькая, кругленькая. Вот так, все. Наши котлетки готовы. Теперь начнем их жарить. Вот, как видите, ровно 4 яйца ушло, то есть без отходов. Итак, проверяем с Пашкой. Вот все зашипело, оно у меня разогревалось на троечке. И теперь уже добавим огонечек на четверку. Но не сильно делайте огонек, чтобы у нас примерно котлетка жарилась хотя бы минут по 7 с каждой стороны. 6-7 минут, не меньше. Сверху поливаем чуть-чуть аккуратненько, чтобы она быстрее прогрелась, котлета полностью. Вот так. Прошло ровно 7 минут. 7. И переворачиваем. На медленном огонечке жарим. Я жарю на четверке. И так прошло еще 7 минут. Всего жарились котлетки 14 минут у меня. 6-7 минут с каждой стороны это достаточно. Но не дольше, иначе у нас яйцо будет уже не в смятку. Вот такие вот котлетки получились у меня. Ну что ж, я все дожарю, покажу результат. Вот как видите, начинает пениться, ничего страшного. Также все переворачиваем, также все поливаем маслом сверху. Прошло 6-7 минут, переворачиваем. Вот такие вот у нас котлеты получаются. Очень вкусные, но и в разрезе красота. На праздничный стол очень красиво. Все, прошло время, вытащили наши котлетки. Вот как видите, готовьте, пробуйте, рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании у нас есть ссылочка на наш семейный канал. Заходите, подписывайтесь. Ну что ж, я сейчас остальные достану. Все, уже вытащила я еще. Первые у меня уже съели. Ну что ж, готовьте, пробуйте. Думаю, такой рецепт вам понравится. Я вам обязательно разрежу, покажу результат. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.